Празднование дня рождения экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева в Минске разозлило официальный Бишкек. Главе белорусской дипмиссии вручили ноту протеста. Более всего кыргызских дипломатов возмутило то, что беглого президента поздравил сам Александр Лукашенко и упомянул о дружбе между кыргызским и белорусским народами. Информацию о встрече с Бакиевым в его день рождения опубликовали на сайте Александра Лукашенко. А позже появилось видео с празднования 70-летия Бакиева в одном из минских ресторанов и тоже вызвало раздражение бывших соотечественников. Ведь второй экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев у себя на родине заочно признан виновным в массовом убийстве 7 апреля 2010 года. В тот день в Бишкеке его свергли с поста президента. В ходе беспорядков были убиты 80 человек, более 300 пострадали. С тех пор Бакиев живет в Минске, а его предшественник Аскар Акаев, также объявленный на родине вне закона, проживает в Москве.